Всем привет! Такое экстренное включение, поскольку планировалось, что видос выйдет чуть позже, маленько с другой тематикой, но получилось, что, как говорится, приключения находят сами себя. Возвращался еще бы домой, как раз планировал заняться там небольшой ТОшкой, то что масса фильтрации поменял, а ремень ГРМ-ключ не менял. Ну, примерно представлял, что там его менять, то есть не особо долго. Не доезжая до дома буквально несколько километров, и машина глохнет. Я сначала думаю, ну, наверное, бензин. Проверяю бензин, бензин есть, проверяю скру, искра есть, и понимаю, что как-то слишком легко крутится мотор, после чего я замечаю, что у меня оборвался ремень ГРМ. Я со спокойной душой загоняю машину как бы в гараж, начинаю, то есть там, ну, с ним разбираю все, покупаю ремень. И мне тут говорят, что, а ты в курсе, что у них капона загибается? Я такой, серьезно? Нет, я не знал. Я вообще, в принципе, не знал, что они ремень. То есть я думал, что это цепь обыкновенная. Ну и что и следовало ожидать, то есть вкручиваю компрессометр, показывает по нулям. Начали менять ремень, то есть, ну, представление было о замене ремня, то есть, как на японца открываешь, вот у тебя ремень, там все скинул, поставил все как на двенашке, там снял этот кожух один болтик, там открутил два болта, поставил ремень, все, поехал дальше. Немцы у нас это самые адекватные люди. Специально при вас, это первый раз снимаю, ни разу не видели. Ой, и у Миши резко поднялось настроение. Разборка, тын-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 тын. Знаешь, он там давно уже лежит? Да. Это масло. Масло в пуске, хана мотору. А почему оно там? Маслосъемные кольца. Маслосъемные кольца или колпачки? Кольца, 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 это уже кольца. Ну и, в общем-то, в процессе разборки выясняются такие, ну, довольно-таки неприятные вещи, поскольку, ну, допустим, ну, ролик об ремне ГРМ, это понятное дело, что он, в принципе, то есть, умер, это надо будет его менять, это не проблема. Проблема в другом, то, что, допустим, помпа, то есть, выясняется, что все, то есть, негодное состояние, то есть, ну, люфты, стуки, ну, все, то есть, помпа умерла. Разборка, тын-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 тын. Дальше выяснилось, что нижние патрубки подтекают, как бы тоже неприятно придется менять там. Чтобы снять здесь ремень ГРМ, здесь был снят кожух вентилятора, вентилятор, вискомуфта, помпа, все патрубки, все кожухи, вся проводка, то есть зажигание. Здесь было снято абсолютно все, чтобы поменять, чтобы просто снять ремень ГРМ. Ладно, снять, то есть все, выставили метки, благо с метками здесь было вроде как, ну, не сложно. Покрутили мотор, поставили ремень, и сейчас прокрутили его просто ключом, и вроде бы как у нас ничего, то есть, ну, не останавливалось, там, не заклинило, то есть ничего. Вроде мотор крутится сейчас спокойно. Но опять же мы понимаем, что загнуть их могло по-разному. То есть может загнуть их так, что
они могут спокойно прокручиваться, и мы это услышим только когда заведем машину, что она будет треить. Поэтому сейчас мы занимаемся тем, что ремень уже поменен. Сейчас Александр устанавливает стартер. Как бы этот человек, он даже не понимал, зачем я сюда езжу. Он просто такой: Миш, у тебя можно поменять там передний там, рычаг, да, по-моему? Стойку. Стойку. Я такой: да, конечно, что, приезжай. Он маленько задержался. В общем, наблюдайте. Сраная БМВ съела 16-ю головку. Ниже, по трубке иди, по лотку дворника, вот правая головка. Бинго! Евгений Павлович, как вы? Нормас! Нет шаурмы, нет кальяна, все плохо, мотор встал. Придется теперь идти за гыр-гыром, чтобы они приводили лошадки, на лошадках нас катали. Свечную. Прикол в том, что я не достаю. Да вон тряпка есть сейчас. Ну он крутится, Миш, без компрессии. Ты видишь, мы свечу выгрузили, вообще ничего не помню на звуке. Скорее всего, мы на коленвалу метку на 180 градусов развернули, потому что как такую засечку на блоке мы не нашли, ну и как и на коленвалу на шкиву. Получается, мы тупо на угад поставили по первому цилиндру. Как на «Жигулях», короче. Да, а распредвал поставили по меткам. И, скорее всего, мы перелюбились. Получается, он меряется ВМТ не по первому и шестому, а по третьему и четвертому цилиндру. Миша, БМВ хороший автомобиль? БМВ говно! БМВ самое лучшее говно. Вот давайте после Ниссана хотя бы, хорошо? Не, ну Ниссан тоже дерьмо. Ниссан сейчас что делает правильно? Ждет, когда завестись ему и отвезти нас куда-нибудь. Не, неправильно. Ниссан сейчас гниет. Вскрытие показало то, что мы чуть-чуть не попали с меткой. Вот метка раз, вот метка два. А так ничего. Поэтому на впуск стрелял. Давай. Поэтому... Что, итог всей басни таков, что все-таки на М20, Б25 шансов, что у вас останутся живые клапана, никаких. Загнуло все клапана, потому что никаких чихов, ничего. Ну просто мотор крутится в холостую, то есть нет никакой компрессии, ни показаний. Ну он даже ни из одного цилиндра трапочку не выпил, ну не смог вытолкнуть. Зубчик, да, там на сколько? На два зубчика? На два зубчика. На два зубчика. Ну это как бы понятное дело, там все в масле было, мы просто не уследили. Все протерли, помыли, нормально поставили. Обидно, да. Очень обидно.
Да, сейчас просто мотор, ну завтра как бы скинем бошку, посмотрим состояние, все дела. Ну просто, чтобы мотор было проще вытаскивать. И все, я съем мотора, потому что с этого ловить смысла нет, потому что у него в впускном коллекторе как бы лежит масло. У него здесь масло, как бы видно, что оно не неделю, не две, ну где-то дольше месяца здесь находится. В дросселе у него масло, в впускном коллекторе у него грамм 15 масла, просто лужица такая лежит. Будем делать. Сейчас мы с Александром договорились, что на следующей неделе на выходных он приедет ко мне. Как и Тратин-то договорился. Ну, даже если честно, его особо не спрашиваю. Ну, я просто показал, вижу, что может самому интересно. Ну да, какие-то детали от BMW мне еще нет. Да. Ну, в общем, сейчас будем искать мотор на разборке, такое что, то есть ты приехал на разборку, стоит машина, вот мотор, ты его завел, проверил, посмотрел, все тебе устраивает, тебе его сняли, и ты его купил, потому что покупать мотор кот в мешке, он стоит как бы там 10 тысяч, ну, просто столько будет потрачено сил впустую, когда ты купил мотор за 10 тысяч, ты его привез, поставил, а он окажется такой же, это просто будет, это реально будет истерика. Ладно, ты там на Жигулях, на японском, три болта снял, поставил, все. Здесь как бы он большой, тяжелый, очень много как бы навесного проводов, датчиков, поэтому это будет очень сложно. Да, возможно. Да, видно, невозможно, а возможно, да? Знаю точно. Сходить с ума. Так, да, ушли уже. В общем, если вам интересно, ставьте лайки, комментируйте. Если там есть какие-то мотор, там запчасти, там советы, обязательно пишите, то есть не забывайте про нас. Ну, всем удачи, пока. I'm